здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. В связи с чем? А? В связи с чем? В связи с тем, что у вас номера не читаются. Абсолютно все читаемо. Я уже, слушайте, разъяснил неоднократно. Ага. И соответствующие обращения и жалобы писал. Вот. В связи с чем? В связи с тем, что у нас мероприятие проходит разное. Ага. Анаконда, например. Серьезно? Абсолютно, да. Позвольте в соответствии. Там 2.4 ПДД РФ, ваше служебное удостоверение. Да, понятно. Да. Я только по закону, ничего я личного. Я с удовольствием, пожалуйста. Сморгов Александр Леонидович, инспектор ДПС ГИБДД, 11 мая 2020 год. Александр Леонидович, очень приятно. Меня зовут Аташвили Денис Геннадьевич. Вы бы не могли меня... Вы наслышаны обо мне, да? Ну, конечно. Ясно. Ну, я полагаю, вы, наверное... С перевернутыми номерами обычно. Может, они перевернуты, наверное, сейчас, или стерты просто? Они пришли, да, в такое состояние в ходе эксплуатации ТЭС. Они читаем, что самое интересное. Я понял, я же не против, вообще не против. Мы же с вами можем... Я могу написать протокол, вы можете написать, что вы не согласны, а дальше будем встречаться и общаться. А то не речь. А вы не могли бы мне... Вы сообщили, что мероприятие «Анаконда» проходит, да? В силу статьи 5 части... В силу статьи 5 части 7 закона о полиции. Можно ознакомиться? Еще в силу того, что вы нарушаете правила дорожного движения. Считаем, что с незапланированным автомобилем нарушаете правила дорожного движения. Пожалуйста, предоставьте. То есть, я теперь правильно понимаю, вы выявили признаки состава административного правонарушения? В этой связи вам необходимы документы. Да, да, совершенно правильно. Просто когда я только в рамках законодательного поля, когда конкретно вопрос задает «Анаконда» документ, если визуально признаки есть, состава административного правонарушения, пожалуйста. Пожалуйста, да. Вопросов нет. И все. Регистрации. Так а зачем камера? Не, на всякий случай. Ради бога. Чтобы потом не было вопросов. Нет. У меня вопросов нет. Страховой полис. А если инспектор ведет себя корректно в рамках правового поля, соблюдает права и законы и интересы гражданина, то что ему бояться? Вопрос. Да? Ну, что вы не будете согласны, я просто писать буду протокол. Да, протокольчик. Просто да. Протокол. Да. Постановление не выносить, будете на ваше усмотрение. Спросить, да, протокол на ваше усмотрение, да. Я понял, поставьте. Да. Постановление не вы надо выносить. Можете просто... на ваше усмотрение. Нет, я просто вопрос. Вы объяснили, вы будете писать. Требую или не требую, чтобы не писать или не писать. Бумагу тратить или не тратить? Вопрос такой. Позвольте мне сейчас воспользоваться 51 статьей Конституции. Да. Отказывается от подписи? Нет, в данный все, момент. Давайте так. Я ставлю протокол, принесем, пообщаемся. Да, дальше. Конечно. Составим протокол, пообщаемся. Ничего страшного. Кольчик уже готов. А? Вы меня плохо слышите? Да, конечно, машина ездит. Я думал, может быть, к лору обратиться вам. Да не надо. Да? Не надо, да. Так. Я разберусь, когда мне обратиться. Ну вот я с вами разговариваю, и вы меня не слышите. Да, да. Достаточно уже громко кричу. Ага. Или вы принюхиваетесь? Нет, нет. Не пью. Я знаю, мне надо адрес места жительства. Не употребляю. Я посмотрел биографию вашу. У вас только одна биография. Тренировка, скорость. Тогда скорость нет, тонировка тоже нет, все акты под топориками, либо под нулями. Вот тогда, когда... Там есть и штрафы, и оплачены. Нет, они не оплачены. Хорошо, мы с вами не будем спорить. Буду я спорить. Ну, зачем мы? Потому что в споре рождается истина, о том речь. То, что пишется ОПУ, это отмененный акт профессора Попова отправлен. Они пишут ОПУ. Значит, Санкт-Петербург. СФБ Некрасова, да? Да. А вы можете указать сведения о регистрации с документов регистрационных? Ну, вы, может быть, переехали куда-то? Нет, отнюдь. Здесь? На Некрасова, да? Конечно. Ничего страшного, что я на машине вот здесь. Ради бога, я же не против. В целях удобства ваших. Вы поймите правильно, что я не отношусь к вам негативно. У меня свои интересы, у вас свои интересы. Да, согласен с вами. Вы должны себя пиарить. Да. Так, а статья какая, напомните? 12.2, часть 1. Давайте вторую, может, судебство. Не, зачем?
А телефон укажете? А, не сообщил. Не указали? Да. Официально вы работаете, тоже не указал? А, не сообщил. Значит. Я так полагаю, могу ознакомиться с протоколом? Конечно. Спасибо. Вам права и обязанности объяснять, или вы все знаете? Все знаем, конечно. Все знаете. Все, понял. Но это не снимает обязанности должностного лица разъяснить процессуальные права. Мадам, копию. А вы знаете, она не читаема, копия. Да? Поэтому, да, фиксирую. Значит, вижу препятствий. Да. Можно мне? Да, да, нужно. Да. Значит, я с нарушением не согласен, ПДД РФ не нарушал. Вот. Вам заявляю письменный отвод. Вместе с тем, с подписи поставил. Я прикладываю, о чем указываю, прикладываю два ходатайства письменные. Это первое. Значит, ходатайство о прекращении производства по делу. Да. Вами в отношении меня, Туташвили ДГ, был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.2 КОАП РФ. Однако государственные регистрационные знаки установлены на ТС «Шкода Октавия» при визуальном осмотре, как мы видим, читаемые с 20 метров. Таким образом, в моих действиях отсутствует состав административного правонарушения по указанной статье. Руководство статьями 24.4.25.1.28.9.29.12 КОАП РФ. Прошу вас производство по делу прекратить через постановление в порядке статьи 28.9 КОАП РФ. 26.07.2018 год. Подпись Таташвили. Прекрасно. ДГ. Это мне. Вы мне копию протокола дадите? Да, сейчас я вас назначу.
Напишу, назначу. ГАИ к нам. Ты там посмотришь. А еще, пожалуйста. Вторая, да? Да, об исключении счета доказательств. А? Я так понял, вы не будете, да, порядок производства по делу соблюдать. Ну да ладно, бог с ним. Что значит соблюдать? То есть я сам себя отказываю в ходатайстве? Нет, я вас назначу в ГАИ к нам. Хорошо. Там вы придете в указанное время. Там соберут доказательства ваши, что читаемо, нечитаемо. Хорошо. И там отменят или не отменят. Да. Так устраивает. Я предпочитаю больше в суде с вами общаться. Я с удовольствием с вами веду. Вы все-таки мне копию протокола дадите и документы? Конечно. Я же вам документы даже еще не отдал. Конечно, я отдам вам копию протокола и ваши личные документы. Я жду. Вот так вот инспектор сунул протокол. Права не разъяснил процессуальные, а в суде говорит, я вам все разъяснял. И опять дуться и обижаться. Вместо того, чтобы в выходные дни находиться с семьей, отдыхать, он будет ходить у меня по судам. Ну да ладно, все равно на пользу это пойдет, ему, полагаю. Что-то дату вы согласовали со мной, да? Рассмотрение, время, место рассмотрения. Я назначил. Надо согласовать с гражданином, да. Вообще-то, может быть, он не может. А какая дата и время, во сколько? 2 августа, с 10 до 18. Так, 2 августа, 2, 02, 08, а во сколько? С 15 до 18. Вот видите, с 15 до 18 часов. А вот вы не выяснили вопрос, а может ли гражданин явиться? В этой связи, поскольку я не смогу в эту дату явиться, так как я буду в отпуске в августе, я вам тогда напомните свою фамилию. Абатлажи. Сморгов. Сморгов. Да. Значит, на будущее согласовываете даты. На будущее надо согласовывать даты. Вот. Значит, а вы тогда возьмите документ. Вашу бумажку я превращу в документ, который не имеет юридической силы. Хорошо. До новых встреч. До скорых встреч. До новых встреч. Вот так вот. Ой, господи, когда научится материал составлять, а? Вот когда? Учишь. Уже вроде ролики смотришь. Ну тут, по всей видимости, инспектор сам захотел пиара. Ну да ладно. Большое ему спасибо.